Если в Москве поработали, и вот в Казани уже полгода, если сравнить, где лучше? Наверное, слушай, Кова, зависит от точки зрения. Дело в том, что я закончил университет в крупном городе, в Стамбуле. И для меня Стамбул похож на Москву. То есть в плане размеров города, в плане населенности города, ритма жизни. Есть хорошие стороны жизни в большом городе. Прожив 4 года в Москве и теперь живя в Казани, я рад тому, что здесь у меня более размеренная и спокойная жизнь. Здесь очень приятно жить, но это не говорит о том, что Казань не оживленный город. Нам нравится ходить в рестораны. Здесь есть очень хорошие рестораны. Я вот сам интересуюсь спортом, и здесь есть очень успешные команды во всех видах спорта. Я люблю посещать вот матчи, игры. А можно ли сравнить Казань с каким-то турецким городом? На что напоминает? Казан Türk şehirlerine de benziyor. O da bir. Да, в принципе, Казан похож на турецкие города, и это является преимуществом для нас. Говоря о похожести, я говорю о том, что в Казани, ну, в различных районах Казани есть мечети. С нашей точки зрения, это является еще одной элементом близости к Турции. И я, в принципе, в целом говорю о том, что здесь имеется многокультурность. Ну, культуры. То есть, это, в принципе, это выносит Казань на передовой план. Есть стороны, которые похожи на Турцию, сближающие с Турцией. Есть современная часть города. Также есть старая часть города, которая была отреставрирована к Универсиаде. То есть, и также есть отголоски советского времени. Все это совмещается в Казани. Например, здание оперного театра в Бишкеке. Оно похоже на здание оперного театра здесь, в Казани.